Кубки. Это российское автокресло фирмы Kickspring. Она идет в категории от 0 до 19 килограмм. Имеет три положения спинки. Вот это получается самое максимальное положение, на которое она откидывается. И также еще есть парочку других положений. Крепится в автомобиль автомобильным ремнем. Имеет пятиточные ремни безопасности. Здесь есть специальный ярлычок, с помощью которого можно вытянуть ремни. После этого между собой их перемыкаем, застегиваем вот сюда и подгоняем под малыша. Подклад в дальнейшем убирается, тем самым увеличивая автокресло. Цена очень хорошая, 7500 рублей.